Милые женщины, поздравляю вас с праздником, с Международным женским днем 8 марта. Вы всегда рядом с нами, поддерживаете в трудную минуту, дарите уверенность в своих силах, вдохновляете на подвиги и ведете к победе. Спасибо вам за вашу помощь, поддержку, за любовь и тепло, за стимул становиться лучше и успешнее. Очень символично, что весна, время пробуждения и рассвета начинается с этого теплого и светлого праздника. Пусть он подарит вам много положительных эмоций, а мы, мужчины, постараемся украсить вашу жизнь заботой и вниманием. Счастья вам, радости и успехов!